как же она называлась, целую. Прям ездил чисто за красками, на фирму помню. Такую гору брал, все эти цвета знал. Так, а вот как эти, как соски у коров, как, каким они цветом, а? Кто знает? Может, этому рэперу такое, или ему что-то надо красивое лепить? Ну-ка, пойдет такой цвет, что нет? Даже не знаю, может, что-то надо сейчас, что-то надо и придумать ему. Да, надо было что-то такое лопануть, зеленое там, под цвет доллара. Ладно, коричневый вообще. Коричневатый, да, коричневую, оказывается это, оказывается обувь. Если ты одеваешь черную обувь, значит ты колхозник. Вот какая фигня, понимаете? Что в Европе вообще черную обувь не одевают, это... спецодежда для рабочих. Так что вот подумайте, если вы какой-то гламурный, одели черную обувь, то значит вы превращаетесь в работягу, колхозника, короче. Вот какая фигня. Я прожил 57 лет, и только в этом году я узнал об этом совсем случайно. Что-то так... На какой-то там зашел YouTube канал, а там все это объясняется для мужиков. В общем, что-то такое, как мужику там хорошо выглядеть, как правильно одеваться, что-то такое. Вот зашел, а там такое, я думаю, вот это да. И как раз пошел к этому, пошел к нотариусу, да, а там... Мужик, ну такие уже классные у него эти боты. Ну они черного цвета, думаю. А, мужик, так ты это самое. Так ты не шаришь, получается. Бабосики есть, а лень залезть посмотреть. Так, и что ж у него с чубчиком? А, может у него чубчик прям похоже под это? Он покрасил его под кофточку, а? Как вы думаете? Но он же модный, да, товарищ? Значит, может быть. Давайте мы сейчас ему зашуруем, так сказать. Ну что, вот здесь вот я мазнул. Так, ладно, значит, его надо сюда поставить. Этому товарищу тоже такой чуб. Под мешок, что ли? А? Нет, не пойдет под мешок. Корове накрасил. Так, обожди, я тому накрасил. Что делать? Давайте вот этому накрасим. Да, можно было черным накрасить, да, и не париться. Так сказать. Ну, нам же ж надо, чтобы оно ж выделяло. Так, мужик прав, да, ему сейчас шурануть этим. Зеленым цветом. Под цвет баксиков. А? Пинжачок. Или надо серебряно делать. Давайте попробуем, как оно будет. А? Такое несочетаемое сделать. А? Ну, модный товарищ. Модный товарищ. А я вообще не знаю, зеленый цвет носят мужики, чи нет. Ну, это ж рэпер, ему все можно. Я знаю, у них там кепели, что они там пьют, шампанское по 1000 долларов. Это как эти, как Кокорин с этим, как же они там, я смотрел их вечеринку, они там 250 косарей выкинули. Зачем? Непонятно. Поили там этих шалав американских.
Хотя там, наверное, американских нет, все русские и украинские. Американские работают, работают. А наш экспортный товар там процветает. Ну, не все, конечно, могут устроиться. Докатились, докатились, да, девушек на экспорт. Вот страна бы, да, зарабатывала, если бы все это было легально. А так все добропорядочные едут, там зарабатывают. Потому что, ну, хочет девушка иметь маленький мерседесик. Но на него ж надо заработать. Вот и едут. Не все, конечно, так работают. Ну, очень многие. Потому что никто ж не узнает. Так, тут еще пуговицы. Ну, какие пуговицы могут быть у гламурного подонка, так сказать? Все, мы заканчиваем. Вот получается 8 фигур. 8 фигур мы разукрасили в технике сухой кисти. Вы можете это сделать по-своему. Мне тоже оно как-то мои годы уже вот это вот малювато. Все, это мы присыпаем. Да, монеты мы 100% вот эти большие присыпем. Насчет доллара я еще не решил. Вот. Вот тут я что-то белой краской залез. Так, что у нас остается? А? Ну ничего тогда, зеленый смотрится. Что нам еще? Что нам еще? Мазнуть уже зеленой, чтобы не париться. По цвету водочки. Так, языки остаются. Злые языки. Так, ниточки тоже можно мазнуть. Так, что у нас с этими, с пятнами? Может и туда надо пятна? Ой, да, да, сейчас мы чуть-чуть еще пятен наделаем. Давайте, давайте, сейчас мы. Как же без пятнышек? Да, они же эти. Ну, с пятнышками же. Ой, а что тут такое? Что-то я тут. А, это я подкрашу. Ну давайте мы тут тогда раз подкрашиваем, мы тут и сделаем такое. Что, наверное, надо закругленные, чтобы были, да? Ага. Какие-то пятнышки, какие-то пятнышки. Почему пятнышки? Потому что они. Ну это ж не пятнистый олень, да? И не далматинец, что на роже сделать? Давайте. Так, каким цветом ушки, а? Вот эта вот часть. Ну что, много, наверное, нам не надо, да, вот столько и хватит. А то мы его разрисуем всего в этих пятнах. А нам-то это не надо. Так, начнем с физиономии. Хотя, может, и не надо было черным цветом. Или уже ладно, черным так черным. Какие они вообще должны быть? Хотя бы глянуть надо было, а то я так резво взялся. А может оно и не такое. Так, ну что, где-то еще спереди тут вот. Что
Кто нам с ушами, а? С ушами. Вот некого, нету подсказчика, Так, а что нам этой гламурной? О, тут вообще, смотрите, тут прям выделено такое громадное это. Вот какое тут пятно, ничего себе. Ну да, это же гламурное, может, она его себе нарисовала, зататуировала. Может, такие надо было делать, а? О, такое. О, и тут еще вообще громадное, ничего себе. Тут прям выведено такое. Ага, значит, вот какие пятна. Значит, их надо делать поменьше, наверное, ну, чтобы они были вот такие вот, как привидения, бесформенные. Что-то мне напомнило привидение. А, это у Леопольда там, у Карлсона, да? У Карлсона, ну все, две, наверное, все. А вот еще на тоже выведено, смотрите, а. Татушечка такая, раз. Ну-ка, где еще все? А, и на этом рукаве. О, на коленях еще. Ёлки-палки, как же я не увидел сразу. Тату. Значит, коровище тату. Смотрите, звезды на коленях. А, так это, крутая буренка. Наколола себе эти коровичьи звезды и никогда на колени, мол, не стану. Так что это, как ее? Феминистка, что ли? Никогда перед быком на колени не стану. А может, это вообще не корова, а бык? Бык после этого, после как оно? После Таиланда. Вот это да. Слушайте, а что с сосками делать, а? Ну не может, ну, должны же быть, а? Или это уже эротика будет, а? Как? Или порнография, что это будет? А самому смешно, да. Вот это уже фантазия, фантазия. Вот так люди с ума сходят на старости лет. Ну, хоть пятна увидел, а? Так и тут вот пятно. Ничего себе. И тут вот пятнышко, смотрите, выведено прям. А что же это такое? У коровы такое бесформенное, а у быка? А у быка с формой. Давайте вот тут вот что-то, какая-то помарочка. Давайте мы сюда влепим. А, тут же надпись была. Ну, значит, у быка это, у быка что там сзади? Ходки все должны быть. Давайте мы такой вот церковь нарисуем. Раз уже такое у нас пошло. Что тут еще сзади, что-то, да? Да, так, может и быку на коленях сделать, а? Что это, церковь есть, а? Вот что такое рисование, видите, какие фантазии могут быть. Вы берете, значит, и покупаете разукрашку и шуруете уже, что вам в голову придет. А вы прикидаете ребеночку такой, а? Вот тут вот что-то не закрасил. Так, с этого хватит, да, пятен, или нет? Какие-то маленькие пятнышки ему сделал. Ну, хоть одно, а, там уже есть все. Так, этот есть бычок, да, на этом тоже. Где у нас что-то корова? Вот так вот берете и шуруете с такой фантазией. А если вот это, ну, рисовать, то, значит, что у меня было, сейчас расскажу. Ну, вот сел такой, что-то мне надо было лепить, ну, не могу придумать, и все.
включил фильм «Аватар». Там же ж такая фантастика, да? И вот все. И я посмотрел этот фильм, меня как поперло, что-то я там делал. И вот теперь я уже знаю, что мне делать. Если у меня что-то вот не лезет в голову, включаешь этот фильм или что-то такое наподобие. И вот я сейчас малому все время говорю, ну слушай, что-то там такое вышло, не вышло, что как-то оно вот креативит, оно мозги, вот такие фильмы, они креативят. Да, шикардосные буреночки. Я даже прям сам уже вот влюбился. Да, сосочки не знаю, зря не зря, но... Ну, наверное, же другого цвета, да, там, как-то сиськи эти. Не могут же они там, если их там каждый день грязными руками лапают, то, наверное, же они там, вытираются ж, наверное. Так, тут у нас все, да, на голове надо, не надо? Не, на голове тяжело, да, кого-то выкалывать, так сказать, татушечки. Что вот с этим, что с его с ушами делать, а? И с ротом. Это у него нос получается, да? Сейчас, надо же рисовать. Ноздри, да? Это ноздри у нас. Я их вырезал, ну. Две ноздри, так сказать. Хотя они и так черные. Ротик надо. Красный, наверное. Так, ладно, шуруем глаза. Шуруем глаза. Где наш голубой? Нам осталось глаза. Так, какую-то кисточку надо такую. Ой, чтобы этого товарища не забыть. Какую-то надо кисточку. Что это у нас? Первый номер. Так, что нам надо? Нам надо голубой круг. И все. Голубой, голубой. Так, вот это, конечно... Да, можно это, как его, можно что-то обвести, наверное, круг какой-то. Ага, видите, тут надо за один раз, наверное. Так, вот я белого немного оставил. Так, надо размазать, потому что...